26 по 31 июля в Омской области впервые пройдут всероссийские летние сельские спортивные игры. Перед стартом главный судья соревнований Олег Лисов проверил готовность спортсооружений к предстоящим состязаниям. Буквально две недели назад я присутствовал здесь на празднике «Королевы спорта», который проходил в Омском районе. Ну и вот сегодня завершаем, как бы перед началом сельских игр, объезд спортивных объектов, которые соответствуют всем современным требованиям, видам спорта, правилам вида спорта для проведения сельских игр. Соревнования развернутся на 6 объектах в Омске и поселке Ростовка. Гость посетил большинство площадок. В спорткомплексе «Юность» пройдут состязания по настольному теннису. В манеже «Красная звезда» померяются силами самбисты и гиревики. Во дворце молодежи состоится женский турнир по волейболу. А мужчины будут соперничать сразу на 3 площадках – велотреке, сибгувке и фокино-конево. Видно, что заблаговременно готовились, и медицина, и безопасность, все продумано. Ну, из объектов, что меня поразило, это вот в Ростовке стадион, который новый построен. Это замечательный спортивный стадион, который будет служить для развития спорта в Омской области и сельским жителям. Ну, а здесь вот действительно объекты используются. Вот мы сейчас объезжаем, смотрим, не пустуют, проходят тренировочные занятия. Все есть условия для того, чтобы спорт развивался. Всего в программе всероссийских летних сельских спортивных игр 14 видов состязаний. Медали соревнований будут оспаривать 1300 спортсменов из 50 регионов России и Белоруссии.